hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới. Затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств. Координируют усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН, а также в рамках диалога Россия-АСЕАН и на восточно-азиатских саммитах. При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении ВТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам. We'll be right back.
Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну, я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю.